В праздник Успения Пресвятой Богородицы в этом храме особенно много прихожан. Это один из великих и почитаемых дней в году. Православные вспоминают кончину Божьей Матери и вознесение ее к Богу. После божественной литургии православные прошли таинство причастия во исцеление души и отправились крестным ходом вокруг церкви. Для прихожан это радостный праздник. Успение означает как смерть, так и сон. И это совсем не окончание жизни, а очищение души от грехов. Дева Мария молилась о том, чтобы она поскорее увидела своего сына и была все время возле него. Ее молитвы были услышаны, и однажды она вознеслась на небо. Это поистине главный праздник прославления Божией Матери, потому что после своей земной смерти она стала царицей неба и земли и нашей всемощной покровительницей и заступницей. Именно поэтому праздник Успения радостен для сердца любого верующего человека. Вы знаете, я в восторге от этого праздника. В Успенском храме сложилась необычная традиция – угощать прихожан мороженым. Даже в пост здесь можно увидеть любимое для многих лакомство – только постное. Это традиция нашего храма. Мы после службы каждого прихожанина угощаем мороженым. В знак любви, нашей любви к своему приходу. Здесь сложилась дружная приходская семья. И помимо постоянных прихожан, у нас есть и воскресная школа детская, и воскресная школа для взрослых. Воспитанники воскресных школ помогают в проведении служб и поддержании храма в порядке. Здесь чувствуется доброе и внимательное отношение к каждому. Для некоторых горожан это любимый храм, который они посещают многие годы. Можно сказать, она самая первая. И с 45-го года я, наверное, сюда хожу. Вот так я во всех побывала. Все неплохие, но это основная. Этот храм – удивительный памятник архитектуры с уникальной акустикой и красивой росписью. Воздвигнутый в 18 веке, он имеет свою большую и богатую историю, чтит сложившиеся традиции. И прихожане это чувствуют. В течение всего года верующие собираются здесь одной большой семьей, чтобы отпраздновать главные церковные праздники. Алексей Мельников, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.